Всем привет, дорогие друзья, с вами Кенни Морел, и мы продолжаем играть в игру под названием Resident Evil 6. В прошлом выпуске мы все пытались выжить из этого хаоса, в принципе, больше сказать и нечего. И к нам, кстати, в сеанс подключился какой-то чувачок, походу потому, что у меня типа сеанс открытый, и сейчас тоже может кто-то да подключиться, поэтому погнали, неплохо. Можем, кстати, пока разобраться, типа... А, мы, в принципе, разобрались, как менять оружие, да, Дива, да, все супер, погнали. Так, ну, пока что с нами играет бот, я не знаю, подключится ли какой-нибудь еще игрок. В принципе, я не против. О, есть, я заперся на втором этаже, проваливайте. Так вот, да ладно, мужик, открывай, ты должен нас пустить. Еще чего, эти твари заполнили мой магазин, пока вы их не перебьете, дверь я не открою. Хорошо, один из нас, за кого принимают, за дезинфекторов? Ага. Сейчас почистим все, сейчас почистим. Не волнуйся. Так, окей, понятно. Держим оборону. Блин, нравится мне дробовик, смотрите. Даже с такого расстояния, в принципе, ваншотит. Смотрите, уворачивается еще падла, а? Откуда он знает, что я в него целюсь? Хотя у меня лазерный, конечно, целеуказатель, неудивительно. Так. Эй, ни хрена ты шустрый, это как ты так залетел-то сюда быстро, а? Офигеть, его даже не успел увидеть. Не то, что выстрелить. Опа, бабу жут. Так, ну у меня огонь по своим отсутствует, поэтому так. Я не знаю, два раза прям в лицо, блин. Выстрел с дробаша в упор, ну и как бы по барабану на это, ладно. Что ты делаешь? Что ты делаешь? В смысле? Почему ты сейчас прижался к стене? Пытался выстрелить, но он просто убирал мушку, потом обратно к стене, убирал мушку обратно к стене. И не знаю, что произошло. Но мне это не понравилось. Так, патрончики, да, все пока. Классно. Черт, пушка заклинила. Ни хрена он суровый. Ладно, кретины, хотите сдохнуть? Деритесь, я отсюда сваливаю. Да, чувак, ну скорее ты сдохнешь. Тем более с этим пистолетиком. Я не помню, что там было в чемодане? Бомба какая-то? Я не помню, там что, какой-то талиб, что ли, заразился? Или что, шахид? Но при этом держал до сих пор какой-то, не знаю, чемоданчик смертника. Нет, отвали, не подходи ко мне. О, нифига себе. Вот это красавчик, нифига себе он красавчика мутировал-то. Так, я не понял, что за хрень. Чуть ползает. Так, а где он? Где эта будет шустрая тварь? А, вот она, господи, она уже здесь. Так, с дробовика давай ее. Ни хрена, неубиваемая, слушайте. Ну как неубиваемая? Ну, чуть-чуть просто посильнее, чем другие. Как бы не суть. Ментяра вроде неплохо справляется. Вот, зашибись, зашибись. Вот это он чудненько, конечно, напрыгнул на меня. Да ёпта, да отвалите. Ни хрена я весь покусанный. Я, конечно, понимаю, что я главный герой, у меня типа а-ля иммунитет. Но все же. Я так и не понял, как на самом деле встретить за укрытие. Чудо это как-то вообще сложновато. Я уже, наверное, в играх миллионы лет не стрелял из укрытия. Эй, у вас там батиш стало? Вы еще живы, ребята?
Пока вроде да, магазин чисто. Ну что теперь, нас спустишь? Ладно, поднимайтесь и поживее, пока не передумал. Ну, падла, сейчас мы тебе пиздюлей вломим, блин, за это. Ты еще и с пушкой, падла. Не мог помочь? Он что, пальцем закрыл? Вы неплохо там поработали. Да, есть хорошие новости. Мои друзья должны вот-вот догнать автобус. Подогнать. Если поможем к ним пробиться, поедем к собору в Толуикс. Но это все под большим вопросом. Там настоящий ад, водопад, дерьма. Понятно. Эй, самурай, займи жалюзи. Оставь это мне. Какой самурай? Не понял, где ты у меня увидел катану? Да, куда собрался? Опять для меня пытался укусить, падла. О, привет. Так, там что-то спецназ вообще завис. Так, я не понял, тёлка, ты будешь отстреливаться или так будешь прохлаждаться? Да, слушайте, когда, конечно, париком играешь, он более такой живой, чем бот. Но это, в принципе, логично. Хотя, в принципе, вот эти вот напарники, которых мы кратковременно видим, вот, мент, там, мужик, они и то, мне кажется, больше смысла приносят, чем наши напарницы. Так. Так, что-то мы на самом деле патрончиков мало собираем. Почему сразу не закрыть эти статуи заранее? Мы здесь не удержимся, давайте в город. Давайте в народ. Что, давайте народ, ладно, короче. Короче, валим отсюда. Так. А что сейчас было? Я понял, землетрясение? Нихрена себе туша, а как оно сюда вообще влезло? Так, понятно, это нехорошо. Это нехорошо. По голове стрелять, мне кажется, надо. Хорошо. Нет, не надо его в упор. Так, перезаряжайся. Так, ёпта, да не надо около стены, опять начинает лагать. Так, он кого-то там жрет или чё? Чё там происходит? Блин, надо было дать, конечно, этому толстяку убить этого старого деда, который нас не хотел пускать. Используй очки умений, чтобы приобрести умения. Логично, конечно. У нас маловато, конечно, уже. Иди ты, ни хрена себе, ты меня сейчас быдануло-то, а? Тут я неплохо проехался. Блин, собираю кучу куда-то динамита, который не знаю даже как использовать. А, вот. Блин, только понял, и сразу катсцена пошла. Да что ж такое? Да-да-да-да, вот туда лети. Так, помогайте ему пока. Наверное. Давайте выберем пистолетик. Давайте выберем два пистолета. Так, как он там выбирал? Не знаю, я уже забыл. А, вот, все, понял. Вспомнил. Будем как матрица, не знаю, с двумя пистолетами. Так, ей хана же, да? А, это, блин, моя напарница, да, ёпта. Ау. Так, давайте выберем дистанционную бомбу. Попробуем кинуть ее. Что я сделал? Как ее кидать? Блихомуха, понятно. Понятно, как ее кидать. Лечись. Так, ну по крайней мере мы разобрались, как кидать дистанционную бомбу. Меня это уже радует.
Мне эта игра вообще напоминает какую-то, знаете, трешатину, где типа кучка американских студентов пытается выжить, не знаю, против зомби-апокалипсиса. Жесть какая-то здесь, конечно, происходит. Так, в рожу стреляйте ему. Бля, я не понял, что, ну, он жирный, окей, ну а почему у него башка непробиваемая? А, черт, отцепись от меня, крыса поганая. Ни хрена, он чётенько перезаряжается. Я краем глаза увидел. Вот дрянь, папаша, держись, папаша, я уже иду. Какой папаша? Мне, блин, блеванули в лицо. Блин, да сколько же надо ему, а? Может, надо было им, конечно, помогать, но я не знаю. Я стреляю до сих пор жердея, мне насрать. Так, давайте с дробовика. Так, погнали, все. Мне кажется, это так не работает. Мы бы просто из-за этого жердея застряли бы. Не знаю, конечно, может, в этом автобусе 1000 лошадиных сил, в чем сомневаюсь. О, как много всего мы собрали. Да. Какой-то получен именной жетон. Вся хрень. Точно 66%. Ну, это еще не так плохо. Окей, я совсем согласен. Дали мне кучу каких-то монеток, которые я даже не знаю, куда тратить. Умение? Какое умение? А, вот я что-то могу, типа, приобретать. Защита уровня 1. Верная рука. Ваша рука при стрельбе дергается меньше. Непоколебимость. Снижает отдачу при стрельбе. Ну, это слишком все дорого. Я могу, типа, поставить вот такую всякую шнягу, да? Ни хрена себе, уровень 2. Это нормально уже так стоит. Ну, так я не понял. Так я ее поставил? Применил, да. Дальше. И сюда покупаем тоже всякую такую верную рука. Пускай верная рука будет. Просто забьем на самом деле хотя бы какие-нибудь статичными. Критический удар. Немного повышает вероятность нанесения критического удара. Снижает отдачу при стрельбе. Ну слушайте, мне кажется, немного критический удар — вот эта тема. А, ну эта тема, да, но на которую мне не хватает уже. Все, ладно. Так, теперь я начинаю немножечко вдаваться в курс дела, зачем нужны здесь эти очки, всякие там бонусы. Процентов населения заражено вирусом. По грубым подсчетам, это около 70 тысяч противников. Нам стало известно, что ответственность за все берет Umbrella. Взяла некая организация под названием Nero. Neo Umbrella. Neo Umbrella? Я понимаю, о чем ты. Да. Мы словно вернулись в Раккун-Сити. У меня все. А теперь мы должны... Вы должны мне помочь. Я должна знать, что скрывается в этом соборе. Большие шишки мне прохода не дают. Шишки? А конкретно? Дерек Симмонс. Советник по национальной безопасности. С золотым колечком. Перстень. Держитесь. Водила, ты дурак, ты мог его просто объехать. Какого черта ты сделал? Чтобы, не знаю, понтануться. Ты просто угробил нас и всех, и вся, и автобус еще. А мог объехать просто. Зашибись. Ну ты лысое чмо, конечно, блин. Вин Дизель недоделанный. Че ж ты натворил-то? Так, понятно. Так, так, не подходите ко мне, не подходите. Так, я не понял, что происходит. А, я понял. Я когда цель убираю, я не могу, типа, перезаряжаться и все остальное делать. Перезаряжайся. Почему у нас перестало быть два пистолета?
Он опять на один поменял. Это еще второй автобус? Зашибись. Я думал, это помощь едет. Да уж, вот то, что они обнялись во время этого, они из-за этого точно выжили. Они вместе, типа, создали шарик такой, просто неубиваемый, из тел. Спастись от заразы, чтобы умереть вот так. Ну, это быстрая смерть. Нет времени их оплакивать. Нам нужно попасть в собор. Тем более Леон, они как бы не спаслись от заразы. Может пройти 5 минут, и они начнут просто... И все, и опять придется, я не знаю, бошку отрубать или выносить с ноги. Леон, Хелена, вы целы? Да, не знаю уж почему, но мы живы. Мы срежем через кладбище и выйдем к собору. Так, 2 пушки берем, окей. Так, ну из оружия, по крайней мере, у нас уже есть дробовик и пистолет, в принципе. Пистолеты-то у нас и были, да, но дробовик это хорошо. В смысле? Я же видел на самом деле, что там дырка. Я не понимаю, какого хрена он подскользнулся. Как он подскользнулся, если я видел, что там дырка? Я просто решил аккуратненько подойти и посмотреть. Ладно, понятно. Ты, а ты совсем бедняга истощенный. Понятно, я вроде сделал удар, но что-то не прошел он. Понятно, да. Точность, конечно, немного хромает, когда у тебя 2 пистолета. Но я хочу по-крутому. А что, тоже подскользнулась? Давай, вылазь, дурочка, блин. Вот это ловушка, да. Это ловушка для тупых. И мы, походу, с те оба тупые. Эй! А, ну да, он же у нас боится молнии. Я забыл. Я думал, это было кратковременно и только в том особняке, но я не знал, что он боится всегда. Так, как бегать? Йоу! Я думал, все, я думал, сейчас отбиваться придется. Ни хрена себе, я ему что-то по почкам чуть задел, он сразу умер. А, это я просто смотрю, блин, где типа наш напарник бежит. И давайте скомбинируем вот это вот говнище с чем-нибудь. А его даже скомбинировать-то нечем. Но, тем не менее, одну аптечку мы сделали. Да откуда ты? О, как читенько. Прям под ножку упал, прям под пяточку. А, все, вспомнил, как я бегать. Бейся. Бейся, дай пройти. Он странно умирает, ну ладно. Черт, заперт. Перелезь. Идем, мы точно что-нибудь придумаем. Ключ, идем. Серьезно, блин. Да блин, да здесь даже инвалид подтянется. Ёпта. Тем более, помните, они на более высокие это выступ залазили. Именно на крышу поезда. То есть они друг друга типа подсадили. И все. Но здесь даже можно одному справиться. Ну это что за жесть? Смотрите. Разработчики, вы могли хотя бы повыше сделать этот забор, чтобы я поверил в эту ситуацию, чтобы я рели просто поверил в нее. Че сделал? Елена, давай. Конечно. И побежала с собакой.
Или вы хотите сказать, что ключи у собаки? Или что ли? Серьезно? Нормально. Вот это чётенько. После катсцены мне просто прилетают по челюсти с лопаты. Ну это просто божественно. Ну ладно, я ему хотя бы отомстил. Так, ладно. Мы теперь должны гоняться за собакой. Хорошо, что не за крысой. Так, и как далеко? Ни хрена себе эта собака упёхала, блин. 70 метров. А я не понимаю, почему? Все собаки почему-то нападали, а именно эта собака с ключами решила убежать. Да ёпта, да я же рядом прошел. Я думал, я не задену эту яму. Типа, Олег, типа, знаете, какие-то ловушки, но они настолько реализованы тупо, это жесть. Я хамуха, вот почему именно она, скажите? Ясно, короче, здесь сделаны эти могилы, чтобы я... Смотрите, она еще типа уворачивается, все, готово. Что происходит? Ты бы их еще погладил. Я не понимаю, почему ты так нежно пинаешь. Ключ от кладбища, давай. Так, ну что, пойдем в тот забор. Пойдем. Леон еще так оглянулся, блин, забавно. Так. Да, конечно, квестики здесь абсурдные. Как сами ловушки. Слушайте, в четвертой части я такого абсурда не видел, конечно. Не знаю, как-то сделали очень по-детски это все и забавно. Ну ладно, это как бы не минус, ну... Но. Там, кстати, в четвертой части не был так зависим от напарника. Здесь вот постоянно только с напарником все делаешь. В четвертой части в основном один бегаешь. Так, ну что, здесь надо что-то крутить или что? Куда вы полетели-то? Леон, ты в порядке? Ну так, чуть-чуть полетал, как бы не страшно. Вроде ничего не сломал, повезло. Сомневаюсь, что ты бы пошла меня вытаскивать. Кто знает, встретимся в соборе. Да ладно. То есть я ее столько раз спасал, а... Она мне даже не поможет отсюда выбраться? Ну ладно. Я так и знал, что нельзя на нее рассчитывать. Привет. Что он делал? Я так и не понял. Что за дверь? Очередная запертая дверь. А я это сразу и не понял, где твоей мини-заставки и твоих слов. Так. Значит, там не сюда. Куда же тогда спрашивается? Да я здесь, блин. Он побежал. А, вот я ее, в принципе, и нашел. Ну, она, в принципе, вроде пошла меня спасать, я не знаю, о чем они тогда говорят. Наконец-то я уже скучать начал. А. Ну что, идем в собор или как? А, ко мне игрок подключился. Поэтому он, походу, и пошел меня спасать. Ясно. Мы, короче, опять друзья с игроком. Али Стель 041. Али Стель. Мне кажется, да, за наш летсплей мы, не знаю, со всеми игроками мира переиграем. Эй, есть там кто-нибудь? Открывайте. Вы спятили, эти твари нас убьют.
Слушай, тут только мы. Давай, выпускай нас. Живо, выпускай нас. Да хрен вам. Я даже отсюда слышу. Ладно, ладно, мы с ними разберемся. А, зашибись. То есть он не хочет опять нас пускать. Да что ж такое? Че у них здесь за мода такая не пускать людей? Так. Ёпта. Чуть ее не пришиб. Так, последний заряд. Оу, зашибись. Че крутить-то? А, меня что, убили? Такой чист. Он так решил повалять, как будто меня убили. Ну ладно. Йоу, что происходит? Кто меня сейчас пнул? Так, друзья, надо бомбу... Да ёпта, да кто меня пинает-то? Я не знаю, что происходит. Да, бляха-муха! Да что происходит? Что не так? Что не так? Мне уже всю глотку перекусили. А, вот я динамит типа поставил, да? Во! Я динамит поставил, все, и подорвал их. Они вообще какие-то неадекваты. Смотрите, они просто носятся как угорелые. Что он делает? Да ёб... Кто-нибудь мне объясни, что здесь происходит, блин. Я не знаю, что у него за тактика, но она точно работает. Он опять куда-то побежал. Такой ему вот здесь. Все, добегался, блин. Так, аскорбинку. Оу, зашибись, у меня патронов-то нету уже. Откуда мне брать патроны, кстати, если они почти не упадают ни из-за кого? Хотя не, я видел сейчас патроны, я видел. О. Так, для дробовика есть чуть патрончиков у нас. Не знаю, можно, конечно, гранатами пользоваться, но это такое. Потому что они еще бегают, как хрен знает кто. Игрок покидает игру, все, ему задолбалось. Игрок наш не вывез. Я вам помогу, друзья. Прикончим этих тварей. Так, ну нам решили помочь. Хорошо. Да ёпс. Слушай, походу мне тут задница. Что-то меня зажали конкретно. Нет, блин, вот такой красивый был бы выстрел. Пинаемся. Пинай. Так, баба у нас еще жива вроде. Отлично. О, красиво, это был крит. Так, там эта падла орёт. Её надо как-то выпиливать. Вот она. На спину. На тебя. А, ну уже мертва, я понял. Йоу. Больно. Да, бляха-муха, нет. Он... Давайте нож возьмем. С ножом, мне кажется, будет поинтереснее. Да, однозначно. Потому что в такой неразберихе я вообще не понимаю, что происходит. Здесь просто мясо какое-то, друзья. Ну, вы видите сами. Так, патроны для дробовика. Дробовик, перезаряжаем. Потому что нет, наша тактика с ножом что-то не работает. Да, отвали! Ну что, взорваться хотел? Не понимаю, зачем он так в упор ко мне прямо жмется. Хорошо, наша дура, она бессмертная. Ладно, тащите свои задницы. Все, он осмотрелся, ему хватило. Что самое интересное, мы их всех не перебили же все равно. Да ёпта. Все, валим, 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 пока нам... Охеренно свалил. Зашибись, я отсюда вообще никогда не уйду. Это что происходит?
Я не понимаю в этой дичи вообще ничего. Мне кажется, нужен динамит, блин. Все, гранату нахрен. Все, давайте ее ставить где-нибудь здесь. Так, ляха. Да я понял. Я не могу уйти, пока эти твари здесь. Во. Вот так почище. Все. Блять, она валяется теперь. Наконец-таки мы вместе. Ура. Вместе открыли эту дверь. Ух, какая грозная. Нам таких люлей там вообще надавали, это жесть. А, тут много людей выжило, да. Ничего. Вы? Да, мы, блядь. Простите, ребята. Мы не спасатели. А кто ж вы такие? Вы как бы можете вертолет как бы вызвать? У алтаря есть потайная дверь. За ней подземный ход. Но мы должны найти способ ее открыть. Не хочешь рассказать, что там внизу? Лучше я тебе покажу. Там внизу ее голые сиськи. Так. Надо попробовать открыть эту дверь. Понятно. Под этой статуей есть лестница. Когда я тут была в прошлый раз, она была открыта. Черт, что же нам делать? Что-нибудь придумаем. Так, сейчас мы будем играть в Лару Крофт. Надо осмотреться. Оу, шет. Что оу, шет? Что ты там увидел? Так. Ну, осматриваемся. Так, ты здесь залезешь? А, нет. Они не стали залазить по такой сломанной лестнице. Лучше вот так вот. Вот, смотрите. Смотрите. Вот эта стена выше 3 раза, чем тот забор. Но здесь они не смогли перелезть. Как бы да, ну вы поняли. Угу. Так, ну сейчас играет бот за эту девушку. Поэтому, мне кажется, она знает, что делать. Да. С ботом классно что играть. То, что она, по сути, сразу все знает, куда бежать, что делать. То есть ты особо не ждешь даже никак. Короче, все круто. Мой сын Марко, он служит в АПДБД. Вот увидите, он придет за нами. Да, конечно, придет. Что там за ключик, кстати? Ну и что? Что-то я вообще не пойму. В смысле, что? Ну подошел я к этой херне, и что дальше? Две святых материи откроют путь. Ну, это типа одна из них, да? Так, погоди-ка, а что вот это за ключ? Надо забрать. Похоже, это не просто украшение. Ты права, это нечто большее, чем кажется на первый взгляд. Ну, капец вы загадочные, конечно. Так, у нас есть одна такая статуэтка. Надо найти две такие. Надо найти две такие здесь? Я ничего не понял. Ну ладно, сейчас будем пытаться. Да, походу где-то здесь их надо искать. Может еще одна здесь где-то? Да, конечно же. Ну вот, там написано две. Две откроют. Что-то показывает, что это не просто украшения, они совсем одинаковые. Да. Давай, ставь вот сюда одну. А, и она должна одновременно тоже поставить такую же статуэтку, да, туда? Быстрым бегом она не умеет бегать, к сожалению. Зашибись. Вроде открывали ту дверь.
Ну вот, наконец-то получилось. Я по горло с это играми, идем. Пытались то открыть, открыли совсем другое. Ничего не понял. Ты чё, ты чё за херь? Чё за Иисус выехал, блин, с лазерной указкой, самонаводящейся? Лён, на статуях есть выключатель. Ну, блин, так нажми! Ну, я нажал, и что? А ты успела нажать-то? А, ну она же бот, она по-любому успела. Понятно, ни хрена себе, здесь мини-игра целая. У нас нет времени на это дерьмо, но тем не менее мы будем им заниматься. Здесь что надо? Тоже на кнопку нажать? Так, давай. Не-не-не-не-не, ну кнопку жми! Ёпта. Блин, надо еще с определенного ракурса там, не знаю, зайти, чтобы нажать на эту кнопку. Жми кнопку. Кнопку, на. Если кто-то думает, что это меня остановит. Так. Отлично. Так, еще где? Надеюсь, ты, блин, успеваешь, бот ты недоделанный. Эй, нет. А, зашибись. Не понял, что происходит? Давай. Офигеть, тут этих статуй побоезжало-то. Надо все успеть, что ли? Пока они все не... Ну, если одна какая-то заедет, то типа я еще не успею или что? Может, это, кстати, из-за нее все так долго, блин? Может, это она не успевает нажимать эти кнопки? Да что происходит, господи? У меня уже голова кружится. Все. Отлично, идем. Да ничего хорошего, блин. Это что? Так. Там какая-то лазерная указка. Так, ну ты что не делать будешь? А. Мне надо лазерную указку туда посветить. А, мне надо в свое посветить, а она в свое посветит. А, понял. Я думал, типа, я должен в ее посветить тарелку, в ее тарелку, да. А она в мою тарелку. Ну, короче, вы поняли. Жутко. После Visage уже не очень жутко. Так, а здесь что? Ты, может, что-нибудь объяснишь, а? Блин, вот это, конечно, минус ботом играть, потому что с ботом все плачевно. А, надо опять, что ли, блин? Опять в тарелочку, ясно. В эту теперь тарелочку или в какую? А, вот в эту. Вот это командная работа с ботом, да, друзья? Офигеть вообще. И решает. Так, куда ты пополз, дорогуша? По башке ему уже врежь, да господи! Он даже бот уже помог, блин. Отпинал. Так, ну где здесь тарелочка? Вон тарелочка. Там, конечно, что-то вообще замудрённое было, но вроде справился нормально. Вот это, типа, главная статуя, да? Мадонна печали. Вау, полуавтоматическая снайперская винтовка. На самом деле, друзья, я обожаю снайперские винтовки во всех играх.
Поэтому наконец-таки. Конечно, в таком мясе очень будет сложно целиться с нее, но я всегда рад снайперским винтовкам. Так, понятно. И еще одна статуэтка у нас заперта. Давай прочтем. 5 колокол пробьет путь, откроет вперед. 5-й колокол пробьет. Обожаю старинные загадки. Что ж, придется искать решение. Так, я так понял, надо прозвонить в какой-то... Позвонить во все 5 колоколов. Ну, в принципе, я это уже сам понял. Ну-ка, какие? Понятно. 5. То есть 5, а я вижу только здесь 3. Какой же в 5-й колокол тогда мне звонить-то? А ты, кстати, будешь помогать мне в этом, а, бот? Там я вообще колокола не вижу, не знаю, то ли его сняли или что-то такого. Ну, давайте начнем, по крайней мере. Я не хочу правоснайперские патроны тратить. Бам. Есть контакт. А, мне надо в тот маленький колокол попасть. А, ну это только со снайперки рели. А если бы у меня патронов не было? А, не, мне показалось, что там колокол. А, вот в этот маленький. Охренеть. Я попал? Да, я попал, походу. Короче, надо вообще любой колокольчик искать. Вообще любой. Вот этот надо попасть. Ну и в последний большой. Мне не очень хочется стрелять по антиквару. А, так здесь были патрончики, зашибись. Продумано. А если бы я вообще на голову был косой, вообще просто кончено косой. Я профукал бы все снайперские патроны от пистолета. Чё б я делал, блин? Ты слышала? Надеюсь, это дверь, идем. Так, мы возвращаемся, да, я так понял? А, так эти статуэтки вообще сюда надо поставить. You got it, ты слышал? You got it. Ну, красота. Это что, Носфератус, блин? Оу. Хорошо, что мы там где-то наверху стоим, и хорошо, что я со снайперкой. Хрена, у нее сисек-то. Монстр сиська. Так, от нее какие-то газы исходят. Да. Охренеть, они сразу заражаются автоматом. Вот эта тварь, кстати, имбовая. Зачем вы спрыгнули? Зачем вы, дураки, спрыгнули? Мы же были наверху, мне намного проще было. Вот чем мне нравится снайперская винтовка. Сейчас мы ее быстренько грохнем. Эй, все, да? А, не, еще живая, еще дергается. Охренеть, она еще как живая. Баба, как ты еще жива? То ли ты зомби, конечно. Ты зомби или что? Хе-хе, вернись туда. Куда она побежала? У меня нету это, патрон, как мне убивать ее? Так, отвали, не мешай. В принципе, мне дались патроны для снайперской винтовки. А, слушайте, много далось. Народ, без паники, да, конечно. Ничего страшного не происходит.
Так, понятно. То есть мне надо как-то со снайперской винтовки теперь попадать ее, в нее. Попадаю вообще? Я не понимаю. Короче, у нее главная цель — это не убить нас, а просто заразить всех. И она с этим очень даже хорошо справляется. О, она вниз ползает. Так, она готова или что? Сколько у нее хп там, а? Ну ни хрена себе у нее там хп. Тут ты автомат нашел. Ну наконец-таки, блин. Ну хоть дробовиком получилось ее добить. Ключ-карта для подземелья. То есть нынче в подземелье нужна уже ключ-карта. Продвинутое подземелье. А, ну да, кстати, смотрите, терминальчик есть. All right. Ну, ready? Хорошо. Готово? Yeah. Да. Да, вот так вот все у нас и получилось. Да, конечно, игра немножечко угарная в плане вообще вот этих вот непонятных таких квестов, типа побегай за собакой зомби, типа подбери ключик и все такое, да. Это, конечно, блин, смешно сделано, ну, немножечко несерьезно. Я понимаю, что разработчики вообще Resident Evil, вот этого классического, они вообще часто очень угорают, делают какие-то интересные сцены смешные. Но в четвертой части не выглядело это так абсурдно все. Что-то здесь они, конечно, накрутили. Еще вот эти вот грязевые ямы, ну это вообще жесть, ну это дичь. Это конченая дичь, такого вообще не должно быть в игре. То есть ты рядом просто с ней находишься и падаешь резко в нее, ну как это работает? Такие очень странные ловушки, конечно, не знаю. А так-то все в принципе круто, да, боссы какие-то некие уже появляются и все такое, да. Да-да-да. Ну все, друзья, всем до скорого, всем пока.